Я сама из тех людей, которые, как говорится, рожденный в СССР, да, человек. Вот. И я сама была октябренком, пионером, комсомольцем. Можно по-разному относиться вот к этим ко всем инстанциям, субстанциям, да, которые существовали раньше. Но, на мой взгляд, что сегодня этого очень не хватает. Всякое, по-всякому, то есть, там было всякое, но это были такие организации, которые мобилизовали молодежь на какие-то очень неплохие поступки, организовывали и детей, и молодежь. С тех пор, как я ращу двоих деток, вот я считаю, что этого очень не хватает, потому что очень много в этом было позитивного, организационного, очень хорошего, очень хороших моментов. На сегодняшний день интернеты, какие-то игры, вот в отсутствии какого-то действительно элементарного воспитания, наркотики и какие-то другие ранние беременности в школах. Вот. Это, конечно, отвратительно, это неправильно. Вот. И, с одной стороны, я не сторонник того, чтобы возвращались эти уклады, царское время, там вот это все. Но доля очень-очень хорошая в этом была. И если бы частично все-таки что-то... На сегодняшний день осталась только церковь, да? Замечательно. И есть детки, которые ходят туда, существуют даже церковные школы. Вот. То есть в хорошем смысле этого слова. Вот в этих школах действительно деток, так сказать, приучают любить и относиться замечательно к чему-то, как говорится, святому, да? То есть потому что у любого человека это должно быть. Но мне кажется, ну хотя бы в школе нужно сделать, может, какой-то дополнительный предмет о любви к родине, о какой-то эстетике, о эстетике взаимоотношений людей. То есть вот должны появиться, мне кажется, в школе хотя бы вот предметы с таким названием. Это было бы уже замечательно.